Добрый вечер, друзья. В шоу-бизнесе существует документ, который называется «Райдер». Это перечень того, что необходимо артисту для выступления. Сейчас я прочитаю вам райдеры некоторых известных людей. Леонид Агутин написал в райдере, что ему для выступления понадобятся гитара, микрофон и сцена с подогревом. Сосо Павлиашвили, райдер. 800 килограммов женщин, микрофон с грузинским акцентом. Долгожданный укупник. Плойка. Скоростной лифт со сцены на крышу и вертолет в режиме ожидания. Меладзе. Виагра. Группа Виагра. Децл. Косяк и Лего. Шаинский. Три ведра энергетического напитка Red Bull. Сухарики Емеля с чесноком. Трусы сценические в ромашку. И веселый рояль на пружинках. Элтон Джон. Рояль без пружинок. Трусы без ромашек. Емеля без сухариков. Жанна Агузарова. Два утюга Тефаль 37 размера. Мало кто знает, что райдер есть и у исторических персонажей. Итак, райдер Ленина. Броневик и туфли на магнитной подошве. Билл Гейтс. Сигареты, кофе и игру, где волк собирает в корзину яйца. Ну и у меня тоже есть свой райдер. Это текст и ваши аплодисменты. Спасибо.